такое, такой шарик на нашей реке. Друзья, всем привет! В очередной раз, точнее, второй раз выбрались уже на зимнюю рыбалочку, на рыбалку. Вот сейчас я захожу. Буквально вчера вот мы были на одном водоеме, сегодня приехали на нашу реку. И будем здесь пробовать. Лед уже толстый, ходим свободно. Но мы будем начинать пробовать. Поэтому ставьте лайк и приятного просмотра. Мы начинаем. Давайте мы сейчас забуримся. Ее проверим. Так, попробуем мы сейчас на мормышечку. Отец пока на блесенку. Опарыш одет. Сегодня еще ветер сильнее, чем вчера. Вроде ничего страшного. Дно. Теперь бы найти первую поклевку. Теперь взял блесну. Попробуем поблеснить. Друзья, вот буквально отключил камеру. Случилась поклевка. Я поменял удочку на блесну, попробую, думаю. Случилась поклевочка, и вот такого я красавчика поймал. Вот такой вот акушарик на нашей реке. Жаль, что поклевка не записана. Прям красота. Давайте теперь попробуем еще раз, только камеру не выключая. Ближе к камышам, прям в камыши. Здесь давайте на блесну попробуем. Сейчас на блесну пробежимся. Я три лунки пробурил. Потом на мормышечку попробуем. Ну, сегодня погодка. Вчера такого ветра не было, а сегодня минус 10 где-то. Но ветер такой сильный, что капец. Вот сейчас где в камышах лунку бурил, сразу на блесенку пробовал. Сейчас вот на мормышку. Мы сейчас попробовали на одном месте, на одном омуте. Одного я окуня поймал на блесну, и то поклевку не записал. И больше ничего. Сейчас поменяем место. Привет!
и будем там пробовать. Че, рыбу прешь, поди? Поменяли мы место, переехали в другую сторону места. Уже, правда, набурились, но ничего, сейчас тоже рядом сядем. Будем пробовать здесь. Ух ты, ты. Ух ты, первого матроса с этой стороны. Такой небольшой дружок. Маленький, но красивый какой. Ух ты, я чуть в лунку назад не убежал. Что тут? Прошлую зиму мы здесь ловили также. Ух ты, и была поклевочка уже только про прошлую зиму. Да что ты? Это поклевка была. Прошлую зиму мы здесь понад камышами бурили и окушка ловили. Парыш на месте, опарик на месте. Ну, поклевка была. Вот такой вот сегодня наш весь улов получился. Вообще здорово. Я вот трех штук одного на блесенку поклевку не записал. Двух на мормышку. И отец тоже двух штук. И все. Ходили, ходили. Искали, искали. Ну, получилось только вот так. Ну что, друзья, будем мы собираться домой. Сегодня везде пробовали, но, наверное, погода меняется, рыба ловиться не хочет. Вот я поймал трех окунишек, отец двух, и все. Ну, как получилось, так получилось. Всем вам спасибо за просмотр. Всем до новых встреч на водоемах. Всем пока.